Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 Черный Флаг. Мне пошли 9-я часть игры под названием Охота на острове Абака. Но перед тем, как мы начали проходить прикольненькую классненькую миссию, я хочу ваше внимание порекать прикольненький канал моего друга. Зовут его Антон. Канал у него называется Ужасы. Ссылка на его прикольный офигенный канал будет в описании. Еще раз повторяю. Ссылочка на офигенный, просто прикольненький канал будет в описании. Кстати говоря, он не позже вести себе новых друзей, как в принципе и я. Я желаю всем приятного просмотра. Потому что надо помогать друг другу и поддерживать. Думаю, вы со мной согласитесь, мои друзья. Еще раз всем, друзья, желаю приятного просмотра. И огромное вам всем спасибо за поддержку. Все, что вы поддержите меня на стримах и поддержите меня на моих прикольных прохождениях. Я бы с большим удовольствием последнего бы ассасина, мне кажется, что уже будет поздно. Поэтому следующий ассасин, когда я буду проходить, тогда я уже думаю, его можно будет постримить. Кстати говоря, друзья, еще хочу сказать вам. Не забывайте, пожалуйста, отвечать от вопросов, которые я в группе именно задаю. Опросах. А то постоянно вы забываете, мне приходится постоянно вам напоминать. Как-то неприятно, знаете, неудобно. Хоть я сами с всеми дружу, а? Все, погнали. В трюме. Порох и пара пистолетов. Если удастся, смастерю вторую кобуру. Неплохо. Что здесь смешного? Может, поговорим о состоянии корабля? Проблемы? Я прошелся по батарейной палубе и был поражен зрелищем. Фитильные пальники в куче. И один из них все еще тлеет. Черт! И здесь же рядом две бочки с порохом стоят бок о бок. Одной искры хватит, чтобы взорвались. Мы их уберем подальше. Что до пушек, их, считай, нет вообще. Жерла нужно прочищать. Они забиты ржавчиной. Банники похожи на острые ножи. А канаты насквозь прогнили. Если кратко, нам нужно снаряжение хорошее. Бой не выиграть насмешками и криками. Так что о своем оружии надо, конечно, беспокоиться. Но и не забывай о галке. Да, верно. Мы должны держать корабль и команду в отличном состоянии. Стреляйте прямо туда! Окей. Да, блин, офигенный корабль, галка. Реально, Так, подождите, можно на абордажку его взять, да? Убейте команду врага. Окей, пойдемте, блин. Офигенный корабль, Эдвард украл. И прикольное имя дал, галка. Это офигенная игра. Надеюсь, друзья, вы меня услышали. Еще раз всем вам огромное спасибо за поддержку. Мне очень приятно, что вы поддержите меня и мой офигенный, надеюсь, что офигенный канал. Ну, конечно, не совсем еще офигенный, но я стараюсь сделать так, чтобы он стал именно таким, как я говорил. Сейчас быстренько надо будет спасти наших, чтобы они не убили, а. Так, пятерых тварей, а. Блин, а. Давай. Ладно, возьму я клинки, а. Ой, блин, люблю скрытые клинки, они нравятся мне, офигенно. Так, осталось еще троих. Опа. Блин, Эдвард, как всегда, офигенно. Справляется. Эдвард, ты куда? Видишь, что Эдвард творит, а? Эдвард, ну ты вообще, не бросай. Что это было? Так, что же с ними... А, типа выбор, походу, можно будет, да? Наверное, не будет выбора. Опа. Видите, как мы их, а, сука, тихо. Так, добыча. Починить галку. Да почему бы и нет? Потопить их корабль. Ко дну. Огонь! Бум! Блин, классная игра. Офигенная. Да уж, конечно, было прикольно, вы поснимете ее, Алекс, я с тобой согласен, что было прикольно ее поснимать, но я думаю, что еще совсем правда уже может быть поснимать, а? Я, в принципе, наверное, начну с первой части проходить. Я просто главный герой именно один в трех частях, как я знаю. Его Эльцева зовут. Так, сейчас этот кораблик еще остался. Опа, подожди. Что это у нас? Опа, древесина. Сейчас, кстати говоря, надо будет еще галку нам улучшать. Так, на абордаж. Опять же пятерых. Опа, подожди, все же пушки есть, да? Уже есть пушки, а? Они... Опа. Подожди, Эдвард. Так что, черти, устроим мясорубку? Очень скоро у вас появится компания. Ой, а вот так вот? Куда ты? О, ладно, позор мне. Опа, троих сразу. Ай, молодец, да? Ай, красавчик, Эдвард, да? Блин, Эдвард офигенный ассасин. Пятый ассасин. Что делает, да?
Эй, а бордаж кто это режет, а? Еще пазва умная, а? Тамплиерская сложь. Давай, давай, ну-ка, давай. Блин, нравится мне эта игра. Да, я уже много раз сказал, простите, но очень нравится. Есть! Ух, блин, а галка офигенная корабль, а? Правда, еще слабенькие. Так, а кстати, с ними еще будем делать так же, опять починить корабль, или же будет выбор другой? Пока такой такой выбор. Кстати говоря, мы нашли дерево, сахар и экипаж. Плюс один человек. Прикольненько. Блин, может в следующей миссии нам получится галку увидеть, а то она у нас слабенькая, как сказал мой друг новая. Тут очень много минусов у этой галки. Много чего надо ремонтировать, поэтому пипец. Так, отправляйте на остров Абаку. Кстати говоря, как вам вообще название миссии? Мне нравится. Да и вообще просто сама игра. Теперь у нас еще и морские сражения будут в игре. Или только наземные. Еще типа. В общем, ну фига чего прикольного будет. Так, еще два корабля. Опа, если протаранить. Хотя ладненько. Огонь! Кэп, стреляйте вон туда! Блин! Только скажите, Кэп! Блин! Кэп, удачная позиция! Залп! Уходим! Готовы, сэр! Залп! Так, все, его в этих водах снаряды, сэр! Блин. Нас сильно задело, сэр! Ах ты, сука, смотри, как он, блин! Бли! Попали! Бли! Да ты заколебал меня уже, а тебе моя очередь, сука, тебя косить, а? Они уязвимы здесь! Давай! Залп! Готов к бою, сэр! Хороший залп нам поможет! Бли! Блин, точно на галку будет починить. Нас задели! Бли! Так, сейчас быстренько. Давай. Давайте, готов, ребята. Готов убавить паруса от бури! Ты же падла, а? Зарежь слабое место! Блин! Бой готов! Так, не стреляю! Враги, сэр! Сосредоточьтесь, капитан! Куда я выстрелил? Это испанцы, да мы знаем, что это испанцы, а? Так, подождите. Все, давай! Надо будет галку починить, то видите, сколько жизни осталось. Ждать гроты, по ветру! Они стреляют! Живей! Так, опять же убейте. Ага, команда из 5 врагов. Понял, подождите. Давайте сдалека попробуем, может сразу всех получится убить, а? Да, просто потом, знаете, ну, не прыгать его сюда. Так, первого есть. Второго есть. Третий. Так, и где вы еще один? Наш сучок, а? Блин, четверых убил, одного осталось, а? Ну ладненько. Давай, Эдвард. Офигенно, он так, блин. Ой, блин. Блин, это реально офигенная часть. Блин, ладненько, по-сейчас говорю. Фух, блин. А было бы полегче, прикольно постримить ее, но я уже так, в принципе, другие игры сейчас постримлю, а? Вот скорее завтра буду стримить. Сегодня имею в виду. Дертючим. Буду продолжу его проходить. Это классно, игровой. Так. Тут полюбой с галку, блин, однозначно. В принципе, пока у нас выбора и нет, а? Я представляю, что будет выбор, типа, либо сохранить команду, типа, либо потопить корабль, а? Типа, либо починить галку, как я понимаю, ну, сейчас, видите, либо действие еще одно будет потом, как я знаю. Опа, груз. Ну-ка, давайте возьмем, а? Да, уж, пока мы на остров не доплыли, ладненько, давайте пока пособираем припасы, а? И потом, наконец-таки, уже поплывем на нашу миссию, а? Фух, блин. Так, берем, что у нас? Опа, ром! А ром это офигенная штучка-тучка, а? Опа, нифига себе, как снаряды летят, а? Жалко промазала. Во, прикинь, я попаду, а? Нас задели, Кэп! Да чтоб твою... Столкновение! А, это не то, а? Стреляйте прямо туда! Так, теперь быстро их на абордаж, опять же починим галку. Да уж, блин, поскорее бы себе галочку покачать, а? Вроде живой! Кто живой, ты живой. Пока никого нету, не вижу никого. Блин, сколько ж тут карта такая большая, блин, полюбась будет, а? Как морские сражения, мне кажется, в этой игре будет очень много, а? Спустить, бромселяй, так, подожди. Держаться, парни, мы сходимся. А, во. Давай, тяни. Кстати, я вообще близко очень даже, а? Ну-ка, может, будет патрон, а? О, посмотрите, как близко. Все. Даже с корабля не выходил. Вот это победа, а? Офигенная победа. Блин. Ну.
Так, пока только не можем чинить галку. Кстати говоря, у нас, видите, тут деньги уже, блин, больше и больше денег появляется. Кстати говоря, не зря копил деньги, а? Уж не зря. Чувствовал, что что-то надо будет покупать. Вот, кстати говоря, галку надо будет улучшить. Купить отсюда новую одежду, новый пистолет. Так, остался последний корабль. Опа, можем опа. Можем улучшить корабль, материалов хватит. Опа, можно корабль улучшить. А почему бы и нет? Только, правда, где мы его улучшим? Хотя, если здесь можно будет. Сейчас я там возьму. Тут просто я сундук нашел, дорогие ребята мои. Так, территория. У нас у земля, сэр! Ага, опа, впереди Ритит что-то еще есть. Марселя. Так, стой, стой. Все. Пойду, ребята, я быстро схожу. Кажется, все-таки в этой игре очень чистая, офигенная вода. Посмотрите, какая же она охеренная, настоящая, блин. Вот умеет Ubisoft делать прикольную воду, а? Что Far Cry 1, что вот синие, молодцы. За это им респект и уважуха. А вам отдельный мой, от меня поклон, мои дорогие мои друзья. Блин, так, тут больше, в принципе, ничего такого нет на этом острове, да? Ну да, видите, какая большая карта получается. Сколько тут миссий, получается... Форт, ого, раз, форт, два, форт, ну-ка, ну-ка, если дальше. Ни хрена себе, сколько тут получится крепостей, дофига всяких, типа, неизведанных локаций, да уж, блин, а это что у нас? Ну-ка, ну-ка, остров, ух ты, остров, сакрифио, офигеть, а. А, вот, типа, точка, я могу, типа, себе переместиться, блин, а прикольно, а. Ладно, а, опа, черный остров, ого. Надо будет побывать на этом черном острове, а? Коника. Блин, классные птицы летают, блин, там враги падают, плавают, а? Офигеть, это журавли получается, да? И нет, нет, это не журавли, это... А что за птица это? Блин, только что я не стримлю, я спросил бы вас так, а? Какие же офигенные птицы так еще низко летают? Тут чайки есть и... Каких-то только птиц нету, а? Блин. Почему я раньше эту игру не увидел, у меня тут часть ассасина, не знаю. Честно, в принципе, я только максимально одну часть ассасина прошел. Это где я Конрадом играл, как я понимаю, внуком Эдварда. А больше я частей не проходил. Так. Тигая, блин, как вообще можно галку улучшить, если она пока, как я понимаю, я вход в каюту запрещен. Блин, от 1000 метров до нашей цели. Все, ладно. Димон, капитан на вахте. Ты с пути сбился. Сейчас быстренько соберем груз и пойдем уже наконец-таки на остров Абако. Обследуем его. Вот эти морские сражения, конечно, прикольные, но нам надо выполнить основную миссию. А для этого мы же все собрались, хотя, в принципе, мне не нравится погаститься на галке, так сказать, этими ублюдками, но надо выполнять миссию. Так, ну-ка, ну-ка. Давай, давай, огонь! Только дайте знак, капитан! На таран! Поцелуемся! Блин, как, поцелуемся! Ну, Эдвард молодец, а? Хоть Вадик, как я хочу их погасить так. Хотя, блин, нет. Давайте в следующий раз. Тут, в принципе, пятерочку. Подожди, Эдвард, подожди. Твоих сразу убил. А кстати, где у них капитан? Ой, и последний остался. Оп! Я просто не хочу с корабля сходить, а. Прикольно, да? Вторая спорта так победила. Фух, блин, а морские сражения такие прикольные, особенно если галка была бы еще лучше улучшена, прокачана, было бы вообще шикарно, а? Блин, пока только я галку чини ее, а? Эти огромное всем, ребята, спасибо за поддержку, очень приятно, что вы поддержите меня, мой канал, подписывайтесь на мой канал, и ставьте ваши прикольные и классные лайки, и оставляйте ваши прикольные и классные комментарии. Это спасибо вам, уважуха. Я всегда рад поддержать своих друзей, потому что друзья это важная тема, и всегда надо друга поддерживать, и как типа подписался, пару раз типа поставил видеоролики, и потом, знаете, кинул. Я не такой, я как есть время, если не работаю и никогда не занимаюсь, тут же смотрю ваши стримы, вы знаете меня, я не обманываю, либо ваши прикольные прохождения, либо ваши другие не прохождения, другие ваши всякие разные прикольные видосы. В принципе, мой друг Димон прикольные видосы снимает, разные, интересные. Желаю ему его всего хорошего. И Олег прикольные игры снимает, ужастики мне нравятся. И Санёк этого игры снимает. Блин, да, дофига моих друзей, если перечислить разные прикольные игры снимать, аж, блин. Мне просто простите, ваши имена все не знаю, поэтому извините. А. Надеюсь, даже новые зрители на мой канал зайдут. Будет прикольненько, я рад правда завести новых друзей. И мои друзья рады завести новых друзей. Блин, и поддержим друг друга всеми активом
поддержкой, смотрением видеороликов и всем остальным. Так, теперь галку уже не очинить. Ну, видите, она только пока починка. Я уже столько рома собрал, столько сахара собрал, что уже можно будет его продавать нафиг. Ладненько, мы почти добрались до острова Абако. Да, в принципе, реально, почти, вообще реально тут рядом. Опа, еще, принц экипаж. Мы захватили груз, пригодится, чтобы улучшить корабль. О, понял тебя. Сколько, как тебя зовут, я не знаю, а? Впереди скала! Какая скала? Вообще никакой скалы нету, блин. Тебе показалось, друг. Так, подождите. Тут где-нибудь пришвартуемся. Какая же это все-таки офигенная игра. Спустите, так, все. Стой. Все, тут. Сопарнил. Убрать гроты. Опа, точка обзора, сундуки, фрагменты анимуса, тайны. Давайте быстренько полностью остров Абако обследуем. Все. За бортом! Все. Так сказать, поищем и вернемся к команде. Блин, честно. Я просто, я знаю, что много раз повторю, что игра классная, но правда офигенная. Всем рекомендую в нее поиграть. Так, постелите Гиану. Гуану, извините. Так, охота с ремесла. Ага, понял. Эдвард, это вообще офигенный пират-ассасин. Так, убейте, освежите. Ацелетов? Что это такое? Ацелетов. Не знаю, кто такие ацелеты. Так, ладненько, патронов меня хватает, поэтому все хорошо. Так, фрагмент. Получается, мы можем... Так, для выстрела. Да я знаю, как стрелять, а. Только пока я никого не вижу. Из животных. Так, быстренько... Нифига себе! Я не этого хотел. Так, подожди. Тут показалось, видите, какой прикольный корабль. Да, дальше я просто еще лучше его сделаю, еще лучше, поэтому он еще круче станет. Эдвард? Он уже фрагмент анимуса собрать, поэтому, пожалуйста, не тупи. Так, давай. Блин. Опа, молодец. Красавчик. Так, а фрагмент анимуса, как его собрать? А, во как! Вон он что. Опа, молодец, а. Так, один фрагмент анимуса мы собрали, осталось еще два. Опа, блин, офигенная луна, офигенные птицы, офигенные у меня друзья, в общем, все офигенно. Надеюсь, вам понравится мой стрим, который будет сегодня в 8 часов. Я продолжу проходить прикольную игру Крайзис. Так, блин, точка обзора получится это дерево, да? Окей, давайте... Так, а, вот она. Во, люблю эти точки обзора, синхронизация эти, а. Честно, полностью пока что красивый остров, а. Только остров такой прикольненький, а. Конечно, вот в игре еще есть красивее острова, но остров пойдет. Так, я понял, что надо сделать, в принципе, сделаем. Так, вон он наш сундук. Опа! Молодец, Эдвард. Так, теперь сундучок. Офиг, все, больше сундуков тут нет, да? Так, купите, свяжите ягуан. Угу. Опа. Затекает точка, теперь у нас перемещение быстро доступно по морю. Офигенно. Так, подождите, держите ягуаны, а. Ага. Блин, как-то пригнуться, что ли, а? Блин, как пригнуться? Твою налево. Так, подожди, куда вы делись? Блин, сразу убегают, а. Как-то, как пригнуться, я не знаю. Для этого это понятно, а. Но я хочу... Есть, убил. Так. Надо больше выстрелить, правильно? Я же правильно доп. Задание выполнил, а. Так, получается, освежите ацелетов. Это не ягуан, я перепутал, блин, ягуану. Пипец, ацелетом, а. Так, подождите, так, убейте, свяжите, постелите ягуану, убейте ацелетов в воздухе. Все, понял, вот что надо делать, а. Ягуана, я, блин, вспомнил, забыл, как выглядит ягуана, теперь вспомнил, а. Вот, получается, это у нас ацелет. Да, надо в воздухе его ацелета убить. А вот только как? Блин. Опа, фрагмент анимуса. Давайте пока соберем фрагмент анимуса. Блин, прикольно. Блин, я не могу нарадоваться, честное слово. А если бы еще и стримил, правда, Алекс сказал прикольные вещи на самом деле. Но просто, Алекс, я считаю, что уже его постримить на самом деле игру, дабы я уже начал проходить, ну, просто проходить. Я, в принципе, буду. Да и у меня, в принципе, столько времени нет. Хотя... Почему? Время всегда есть. В принципе, я же стримил другие игры. Я имею в виду, что начал уже проходить игру так. Ну, запроходи ее так. Опа, сохранилочка. Давай, Эдвард. Да что ж такое-то, Эдвард, а? Не, я тут все соберу.
все фрагменты, все сделаю. Так, фрагмент анимуса второй там. Я просто хочу еще ацелетов, блин, ну и конечно имя у животного. Хочу их еще кокнуть, а. Так, получается, тут нам нужно вот так вот, потом так вот. А потом как? Подожди. Фрагмент анимуса тут. И как дальше? Тут явно не достанет, а. Опа, достал. Офигенно. Опа, дальше теперь. Ой, молодец, Эдвард, да? Так, подожди теперь. Вот, что. Да, ну-ка. Молодец, а. Там фрагмент анимуса найден. Типа, можно как бы вернуться, да? Ага, понял. Так, нам теперь нужно убить в воздухе именно ацелета. Опа, испытание обстрелка выполнено. Соберите фрагментов анимуса. Давай, Эдвард, давай. Да блин, зараза убегает, а. Твою налево. Именно в воздухе надо убить, а. Да твою мать, сука, умные кошки, а. Типа похоже больше на кошек именно, а то какие-то непонятные ацелепты какие-то, блин. Так, друзья дорогие, как же нам их, блин, в воздухе убить, а? Дабы они тут же сразу понимают, что я за ними иду. Теперь нам еще надо будет найти две ягуаны. Так, Эдвард, что ты творишь, а? Эдвард, пожалуйста, не тупи. Да, Эдвард, не беси меня. Так, надо выждать момент. Да какого хрена? Я даже ничего такого не делаю. Уже падаю, кошки, а? Да блин, ладненько, друзья дорогие, что так? Они меня начинают уже бесить, эти кошки, а? Блин, пристрели бы нахрен бы и все. Не париться, но мне нужно выполнить доп. Здание. Я думаю, именно должен в воздухе их убить, а? Блин. А ягуана я должен застрелить. Да как? Я еле перемещаюсь, вы что? Блин, как вы меня палите? Пытается убежать, а не может убежать, а? Блин, я просто могу кокнуть ее. Ладно, убью, а. Сам напросился. Опа, беги. Достали вы меня. Ладно, потом все равно в любом случае убью. В воздухе, а. Но пока что не хочу. Спустя. Бесит они меня. Убегает вечно, а. Так, убейте, свяжите ягуан. Подождите, типа, получается дополнительное задание хрен 2, да? Тут пушить еще какая-то карта есть, да? Так, убейте. Вот, убейте ацелетова. Почему такое имя тупое, ацелет, а? Блин, честное слово, имя какое-то тупорывое у животного. Так, тут получится у нас... Опа, карта! Прикольно. Теперь осталось так, что найти ягуан. Опа, карта сокровищ. Прикольненько, частенько я на том острове вижу карта сокровищ. Как сказать, я именно нашел сундук, поэтому эта карта сокровищ, в принципе, даже и не нужна. Ну да, видите. А, нет, это другая. Или нет, хрен его. Ладненько. Карта сокровищ. А, еще тайна есть. Так, подожди, где-то у нас ягуан, да? Так, это ягуан у нас, или не, мне кажется? Не, это кажется, блин. Мне нужно найти... Я хочу просто убить именно сверху. Ну как? Они такие умные, падва. Эти кошки, блин. Я буду назвать их... Блин, быстрые кошки, скотины... Нет, это не очень как-то имя. Ладно, придумать надо будет название. Кошки-умняшки. Дима-убегашки. Да что такое? Я могу тебя в воздухе убить, или ты не дашь мне это сделать? Блин, видите, они просто убегают, вообще походу в воздухе мне не получится их убить. Блин, как же вы меня их бесите, а? Ты реально, кошка пошла? Даже на свист кошка идет. Она при этом подошла. Да ты падла, блин, а? Серьезно, убегает от меня. Кошки-мышки, блин, играем. Кто кого догонит, да? Ой, ладненько, блин, с ними бегать это бесполезно. Я их сегодня не поймаю, а? Блин, как же мне их поймать? Я просто хочу выполнить доп. Задание. Но видите, не получается их убить в воздухе, а? Дабы они тут же сразу палят меня. А, вот он, ягуана. Вот, хотя бы ягуана. Так, есть. Постреляйте ягуану. Вот, теперь осталось еще одно доп. Задание выполнить, а. Так, где же наше... А, во.
пожалуйста, не пали меня. Иди ко мне. Блин. Да блин, не, эта кошка меня сбесит. Видите, они очень умные кошки, блин. Они даже не сюда ко мне не подходят, да? К Эдварду, да? Блин, это офигенный красивый остров, красивые пальмы. Тут красивая водичка. Блин, я заколебаюсь, ждать. Пойду я соберу ягуана. Освежу ее. Эти горите, я заметил, они показывают, типа, как Эдвард их освежает, да? Если я не ошибаюсь, раньше вроде показывали, хотя я не играл, но я просто видел, как проходит один чувак. На забыл канал его, давно смотрел. Еще давно очень, а. Я помню. Так, ягуана. Блин, вы достали кошки, вы долбанные. Пожалуйста, иди сюда. Мне надо в воздухе меня тебя убить, ты понимаешь? Только... Я сейчас застрелю, а. Ладно, походу, топ знание это я не выполню, дорогие друзья. Пойду пока бутылочку возьму, а. Вторую, так сказать, вторую тайну найду. Так, где? А, вот она. Ну да, тут у нас что, будет как-то сокровище или... Будешь как-то чего-нибудь там, допустим, для улучшения галки? Эдварду купить новый костюм. Так, получается, тут у нас Питер Бигфорд. Ну, хотите, почитайте, дорогие друзья. Просто... Сейчас с меня хреновый, на самом деле. Бал тут хороший, а сейчас хреновый. Так, подождите, Вова. Она опускается вниз, вниз. Тут... Ого. Сколько 10 лет? Ого. Да. Интересное чтиво. Даже очень длинное чтиво, поэтому да. Я ленивый чтец, поэтому не буду читать. Так, тут пусть у нас документы. О, люди. Пьяницы. Ага, танцовщицы. А, Адевали, вот как его зовут, да. Все, понял. Британская империя. Вудж Роджерс. Ублюдок еще тот. Так. А, я его, да, я его кокнул, а. Дункан Лоупал. А, это не знаю. А, я тоже ублюдок еще тот. Так, Испанская империя. Карл... О, что жена Эдварда красивая, очень классная. Так, получится у нас теперь корабли. Нифига себе. Галка. Месть. Эльдорадо. Якубит. Ого, нифига себе кораблика. А тут у нас что? Ого, вот это мне корабль офигенно понравился. Галка хороший корабль, но это прикольный корабль, да? Или Эльдорадо. Блин, корабли-то меняются на самом деле. Галку она будет правда улучшать. Так, география, достопримечательности. Гаванна. Ух ты, интересно, интересно чтиво. Но, как бы говорится, я не буду дальше читать, то прикольно чтиво. Кстати, мне очень понравилась Гаванна. Прикольный, красивый остров. Так, тут чайки летают. Блин, осталось теперь одно действие сделать. Именно убить и освежить гребаную ягуану. Ой, блин, ягуану, блин. Когда? А, есть ягуана, надо убить, все правильно. Так, я же этих убил. Блин, где же вас найти, а? Ослиопой. Блин, капец, конечно, у тебя имя, я даже выговорить не могу. Ослиоповы, по-моему. Блин, тебе ослиоповы? Хер их найдешь. А, точно, еще осталось же фрагмент найти. Анимуса, забыл совершенно. Блин, я думал, миссия будет интереснее, она прикольненькая, в принципе, но, знаете, какая-то какая-то. Вот мазки хороши, опа, ого, мне понравились. Так, получается, тут у нас, как, ну, а, вот как она забраться, да? Еще, походу, эти я, вот этих мудаков хреновых, ослепов, походу, не убью, скорее всего, явно, дабы они меня сбесят, я забью на них болт. Так, получается, тут у нас, а, вот как. И последний фрагмент анимуса найден. Осталось теперь... А, я почти все сделал. Единственное... Блин, у нас дождь пошел, зараза. Погода у нас сегодня совершенно говняная. Осталось теперь последнее сделать дело. Быть ягуаном и выполнить топ-задание, дорогие друзья. А именно, я хочу убить это. Ослиопу сверху. Только как? Сейчас давайте быстренько... Хотя это окошко, в принципе, окно закрыл, но все равно, зараза, дождь как идет слышно. Я просто хочу осмотреться. Так, это у нас... Во-во-во-во. Может получится, может не получится. Фух, надеюсь, друзья, получится. А то я заколебался. Да, видите, что получается? Это же... Я тупо стою, ничего не делаю, он меня уже палит. Ладно, все, пошел я ягуану искать, а.
Так, Югуан, где же ты, родная моя? Блин, этих ослепов дофига, а Югуан? Да, Эдвард, что ты творишь? Эдвард, блин, он Эдвард, конечно, меня иногда прикалывает, а? Блин, где Югуан? Еще и так мало, их вообще. Так, сука, сейчас тебя догоню, блин, а? Эдвард, вперед, 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 давай, давай! Блин, догонялки с этими. Да, сука, быстрое животное. Ничего не скажешь. Блин. Опа, о, как он прикольный по воде прыгает, да? Блин. Да твою же. Ну не так я хотел убить, совершенно не так, а. Это не получило. Убейся. Опа, видите, я выполнил доп. Задание еще одна. Убил этого остелепта. Блин, как припали. Приводится к этим клинком. Блин, какая тут чистая вода на острове. Так, теперь нужно найти нам, блин, вот ягуана, вон она где. Все, пойдем за ягуаной, а. 100 метров за нее. Ну, 110, ладно, около 110. Фух, блин, да уж, сейчас прикольненько охотиться за животными, на самом деле, эта фишка есть и по краю, а. Я знаю это, а. Есть фишка такая, за животными охотиться. В принципе, так же, а. Как-никак компания одна и та же, Ubisoft. Так. Где? Получается, тут они должны быть, но где? Где же ты, ягуаночка моя? Да уж, а вот она, вот она. Все, не хотелось за ней бегать, а? Получается, осталось только изготовьте новую кобару и готовьте предметы, улучшающие здоровье. Ого, нифига себе, прикольно. Так, убейте Оцелота, блин, капец, демон, оцелота, а не селопса, капец ты, сука, демон, слепандяй. Так, новоиспеченный капитан, ага, да вот, а, точно, надо же все улучшить, а. Ну-ка, ну-ка, опа, кобура, а почему бы и нет? Ага, кобура второго уровня, прикольно, тебе можно носить два пистолета, я надеюсь. Так, теперь здоровье, а ну-ка, следующее, что надо будет, имеется шкура оленя, ого. Офигенная кобура, блин, это вот получается, видите, по 25% дает, тут получается, что-то под сумок, типа больше денег вмещаться будет, блин, мне нравится вот эта прикольная штучка с изготовлениями, а. Так, я почти все выполнил, нет, теперь осталось именно, я хочу это сделать, а именно, что я хочу сделать, дорогие друзья, вы знаете, убить оселета, блин, не могу я это выговорить все равно, как правильно, так. Оцелота в воздухе, блин, просто легко и просто оцелота, блин, а не, блин, оцелопта какого-то, где там я, блин, пыл видел, не знаю, теперь только найти бы его. Видите, что он делает, он сразу убегает хочет, а, видите, он убегает, я даже особо ничего не делаю, особо таких движений резких я не делаю, поэтому мне кажется, дорогие друзья, это затянется надолго, если так я буду делать. Ну, именно в воздухе пытаться убить эту гребаную оцелопта этого. Я просто пытаюсь его, как говорится, поймать, но именно в воздухе. Блин, ну не получается. Умное животное. Очень быстро бегает, а. Реально быстро. Так. Эдвард, молодец, прикольный подкат, но нужно сейчас нет, а. Эдвард, блядь, твою мать. Давай. Да опять убежала. Больше, дорогие друзья, это затянется надолго, правда, поэтому я не знаю, есть ли смысл мне пытаться убить его в воздухе, просто реально не получится сделать, а. Так, блин, сейчас перезаряжу, а. Иди сюда. Просто видите, я только забусь на дерево, тихо сижу, да, особо ничего не делаю. Так это тупая херня, блин, оцелот. Тут же убегает сразу, а. Сейчас тоже в любом случае не получится. Он уже убежал. Это издевательство на самом деле, ребят, это просто издевательство надо мной. А. Это у меня достал уже. Я даже не достаю, а. Блин, это достал меня, я тебя хочу убить, а. Только правда не так, как я хотел. Не скрытыми клинками, а именно в воздухе. Блин, да пук с догонялки, честное слово, блин. Эдвард, давай, давай, давай. Эдвард, я тебе верю. Блин,
Честное слово, друзья, а тебе 5 минут, это веселая, веселая игра. Правда, бегать с этим оцелотом, блядь, как-то надоедает, знаете, а? Просто он, сука, очень шустрый, я хер догоню его. Как я человек, блин. И не очень такой уж быстрый. Нормальный, но, блядь, за животным я не могу угнаться, а? Это, сука, быстрое животное. Не-не-не, это пипец, а. Ладно, качался с этим топ-заданием на самом деле, а. Надо сойтись созывали. Я даже не убил, а так я просто напугал. А я убил! За каким образом? Ты даже не целился, вы понимаете, даже не целился, и все, он как-то кокнул. Блин, больше похоже как-то. Блин. Тут так называется, а? Ягуану, блин. Реально, тут просто оцелота. Ну ладно, вот так оцелот. Так, ладненько, пойду я уже черт с ним, с этим заданием, я имею в виду, дополнительным, а? Не буду я его понять, почему? Да просто потому, что это очень долго придется делать, а? Время тает дофига, и миссия затянется, а нафига это делать, а? Я хочу, чтобы миссия, опа, да видите, он не получается мне убить их сверху, ну никак. Да видите, только, допустим, встал на камень, он тоже убегает, а? Поэтому черт с ним, я не хочу, время тает. Честно, меня на самом деле бесит это. Ты как я, пофигу. 90% так 90%, а? Офигенно, Эдвард прыгает по воде. Да я хотел пройти миссию 100%, но увы. Оцелот мне не дался, а. Он падал, чувствовал, приписался вот только что я хочу кокнуть его сверху, а. Так он мне давался. Дался мне скрытого клинка, дался мне с пистолета. А, блин, сверху, чтобы я на него прыгнул, он мне не дался. Эй, капитан, все нашел. Моим исканиям нет предела, друг. Но я смастерил себе кобуру. Теперь мне нужен для нее пистолет. Вот. Из трюма, как ты и сказал. Чуть больше трубки. Но сойдет. Ну, мы отдохнули? Или же постоим еще? Поднимем якорь. Команде не терпится попасть в цивилизацию. В Нассау нет цивилизации. Зато там можно повеселиться. Да, блин, миссия офигенная, прикольная. Сейчас быстро, когда Нассау доплывем, сами дорогие друзья, и тогда уже выполним миссию. Блин, а новоспеченный капитан, прикольное название. Надо было так назвать. Ну, ладненько, назвал уже охоту на острове Абаку. Ладненько. Так, миссия мне понравилась, но я сделаю 4 звезды, дабы мне сбесило это. Оцелот сбесил меня. Я не поймал его. Так, все, погнали дальше. Так, серия выстрелов. А это я. А, типа с двух рук. Я понял. Прикольно, прикольно. Поймать ветер! Блин, нифига себе, примерно с нами, а. Бли! Охренеть! Так, разблокированный новый чит. Новый чит, серьезно? А что за чит такой-то? Блин, никогда читы не показывает, а? Блин, офигенно, офигенно. Теперь мы должны, можем спокойно как-то сюда перемещаться на галке, а? Ну, именно имею в виду. Так, подожди, я хочу груз собрать. Марселе, гроты убрать! Спустить паруса, ловим ветер! Так, подожди, что у нас тут будет? Бомбрамсели, круче к ветру! Опа, зажигательные снаряды. Опа-опа, таран! Таран! Хороший зал нам поможет! Снаряды в воде! А, вот, теперь уже на абордаж. У нас пробоина! Эй, на абордаж. Тащим их в преисподнюю! А, ну опять все то же самое пока что. Ничего пока новенького не будет, а? Пока убейте пятерых, на корабль, ничтожки. Ладненько, все, понятно. Ну, мне нравятся, на самом деле, морские сражения в этой игре, а? Блин, веселая, прикольненькая, совсем пиратская игра. Пиратская имею, потому что я играю пиратом-ассасин. Так, последний придурок остался. Все. Я просто не хочу спускаться туда и с ними сражаться. Лень. Да и смысла нет. Блин, это прикольненько, идут два ствола. Ну тут, в принципе, то же самое, пока что только галку чинить. Хотя даже если она будет целая, все равно эта функция только будет пока чинить. Я уже где-то корабли 5, дорогие друзья, уничтожу вражеских, а? Так, получается у нас. А, тут кораблик теперь маленький. Нам хватит, давайте, Валь.
Да хватит материала, но пока мы нигде его не улучшим, поэтому увы одевали. Так, что? Быстренько сейчас. Вот этот корабль уничтожаем. Хотя. Блин. А в котором он делся? Исчез корабль. Фух, Ваня, тут три корабля, это будет очень долго, поэтому давайте, знаете, что сделаем. Хотя нет. Давайте быстренько их корабли три уничтожим. И все. И поплывем наконец-таки в Насау. И там, в принципе, как только десантируемся в Насау. Блин, человек. Папа. Все. Жалко мне стало человека, поэтому я решил его спасти. Как мы же животные. Мы же, как люди. Еще паруса отдать! Он сокрушен! Они уязвимы здесь! Надо бить! Почти готовы, сэр! К бою готов! Хороший залп нам поможет! Залп! Марселя! Тут же побольше корабля. Тут же надо... Мне кажется, будет лидер. Образцов бедрее к ветру! Ну-ка, опять абордаж. Абордаж. От ветра! Внимание, нельзя... Свободу ротом! Боя. А! Хорошо, уязвимое место, сэр! Бли! Все! Просто изи. Блин, дорогие друзья, пишите в комментариях, как вам вообще мое прохождение этой классной игры. Сейчас толкнемся, вообще, держись! Кто-нибудь из вас в эту игрушку не играл и меня не играл? Вот как я первый раз, или вы все в нее играли? Мне тоже очень интересно узнать. Блин, а прикольно было бы на самом деле постримить бы ее. Но блин, жалко, что я раньше не додумался до этого. Сейчас просто Борим, реально, друзья, это будет глупо. Давай, так, подождите. У меня сейчас нет на канале, я и стримлю, и просто обычные игрушки прохожу. Так, пульсурки, все вы мои члены экипажа убьете. Так, и последнее. Есть. Просто изи. Опа. Да уж. Миссия, скажу вам честно, прикольная, но... Надеюсь, часть будет интереснее. Это просто, я скажу вам, не такая уж веселая. Особенно бесило меня то, что я отсорота не поймала. Потому что я хотел воздуха убить, а не получилось, а. Выполнил миссию на 90%. Так, все, теперь погнали наконец-таки в Насау. Мне кажется, нам придется очень долго путь. Так, ну примерно сколько? Ого! А, вообще недалеко. Ну, фига себе, давайте точку. Получается, видите, тут раз крепость рядом с нами, но пока нам смысла ее атаковать нету, а. Тут, типа, видите, точка перемещения, типа, доступно может спокойненько себя переместиться. Тут, блин. Прикольненькая чертежи для улучшений. Ого! Видите, получается, дофига чего прикольного есть. Тикая карта надо побольше будет сделать. Хотя пока нельзя. Сейчас я может тут спокойненько переместиться обратно в Каванну. Офигенно. У нас пока точек перемещения, конечно, мало. Тут получается морской конвой. Ух ты! Блин, а что за морской конвой? Мне интересно. Не, ладненько, давайте в следующий раз морской конвой. Дабы это очень долго будет, я хочу просто миссию это сделать. Ну где-то нормально, чтобы вам было интересно, конечно. Хотя, морской конвой просто очень далеко. Подождите, а если получать Насау дальше будет или нет? Только Насау примерно. Нет, Насау ближе будет, поэтому да. Сейчас как-нибудь все равно в любом случае у нас, мне кажется, много будет зданий, где мы будем именно на галке гаситься. Против пиратов, ой, тамплиеров. Поэтому да, можно будет потом и напасть на Марс. Опа! Блин, человек за бортом. Или уже поздно. Скорее всего, поздно уже. Блин, жалко, ничего не спаса. Тут у нас что такое? Сахар, опять сахар. Так, опа, Драгованна вообще недалеко осталось. Это у нас, походу, какой-то специальный корабль или нет? Давайте его уничтожим напоследок, а? И завершу. Опа-па! Так, теперь я ошибку не совершу, а? Дважды. Спасу человека. Не, я хочу спасти его. Эй, жалко чувака. Так. После крушения, блин. После крушения. Это ж не тамплиер, поэтому прошу бы не спасти. Опа, еще одна бутылочка, еще один остров, блин, еще один груз. Сколько тут прикольных мест в этой миссии, в игре, а? Офигенно. Так, больше территория вторая, да? Давайте напоследок быстренько пойдем сундук обыщем. Давайте галочку чуть-чуть. Давай, и бутылочку возьмем с тайной. И все. Блин. Да я понял, я вижу, остров там у нас есть, да, сундук и бутылка стайня. С карты сокровищ. Так, все. Друзья, дорогие. Там возьми. Все. Вот, а теперь у меня 4 патрона.
В общем, офигенно. Айкл, да? Так, тут получится у нас какой карточный остров? Ну, мини, нет? А, тут получается, это материк маленький. Ну, ладненько, в принципе, у нас сундук. Как я говорил, в принципе. Только тут, что у нас тут? А, тут, как всегда, у нас... А, нет, тут деньги и пули. Офигенно. Так, тут у нас бутылка. Ну-ка, что из такого мы найдем? Какой секрет мы тут найдем? Блин, очень чистая вода в море туда. Ну и что мы нашли? Так, мои поиски. А, вот что мы нашли, а. Блин, очень интересно, правда, чтиво. Очень, скорее всего, интересное чтиво, но, правда, простите, дорогие мои друзья. Ну, я болтать гораст, а вот читать вот такое вот долгое чтиво. Кстати, игра очень долгая, я не гораст. Поэтому, думаю, без этого обойдемся. Так, все. Не исследовано тайн. Как понять, не исследовано. Я вроде бы везде побыл. Ну, типа еще две тайны осталось. Понял, понял. В принципе, на этом острове ее больше, как бы говоря, и нету. Вроде бы ничего не показывается. Или нет? Подожди. Да нет, больше ничего такого нет, а. Здесь только вот. Получается, неизведанная локация. Так. А тут, в принципе, до этого недалеко. А, давайте быстренько что-то сделаем. В эту локацию быстро сплаваем, неизведанную. Тут, в принципе, недалеко. А потом уже и настало. Ну да, просто хочется, знаете, как-то, чтобы еще интереснее миссию сделать, а? Ну, я думаю, я справился с этой задачей. Так, быстренько заштурвал. Блин, а другой правда костюм ассасина очень идет. На мостике. Отдать гроты! Хотя, не-не, все-таки там... А, там пока запрещенная зона, да-ба-да. Увы, пока, друзья. Хотел, но пока, видите, там красная зона, поэтому мне кажется, лучше туда не заплывать. Иначе нас просто наши галки, пока слабенькой, тупо разнесут. Может, вот это наконец-таки, ну, именно в Насау мы сможем улучшить галку, а? Будет прикольно. Опа, еще один груз. Блин, ладно, потом его возьмем. Так, ага, переместиться вот сюда. Ну, почему бы и нет? В Насау так Насау. Вот наша девятая часть подходит к своему логическому концу. Почти подошла. Насау, Багамы, сентябрь 715 год. Давай, капитан Вонючка, скажи, что я арестован. Ну скажи. Твои братья? Давай, беги, псина, беги к хозяину. Да, мы все были приватирами, пока шла война. До встречи. Так, сейчас все. Ага, Насау, да, тут больше точка обзора получается, и это получится больше, чем Гавант, получится аж 7 точек перемещения. Офигеть, прикольненько, да? Классненько. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, девятая часть под названием «Охота на острове Бака» завершена. Увидимся с вами очень скоро. Самое главное, не болейте, не скучайте. Во, всем! Пока-пока, мои любимые, хорошие и классные друзья. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.